Продолжаем наш разговор о СИП-телефонии. Сейчас посмотрим возможности для связи, когда у вас нет доступа к Wi-Fi. Ну, то есть к быстрому интернету. В принципе, вы смс-ку и на сайт можете выйти и через телефон. Зайти на свой аккаунт, ну вот в данном случае страничка открыта на компьютере. Либо это сделать на компьютере, либо это сделает другой человек. Ну, в общем, какой-то человек зайдет на этот аккаунт и может соединить любые два телефона в мире по входящим местным звонкам. Потому что исходящий для вас может быть очень дорог. Итак, вот у нас есть два окошка. Сюда вписываем два номера. Номера могут быть какие угодно. Вот этот аккаунт мой. Но я сейчас попробую соединить два других телефона. 8-983-130-90-88. Это мы будем звонить Ивану. И вот еще у нас один есть тестовый телефон. 7-983-130-90-66. Итак, нажимаем. Вот здесь кнопочка есть «Соединить». То есть оплачивать буду я. Стоимость будет незначительная. Несколько рублей. Итак, вот пошел вызов. Так, вот Иван сидит рядом, это к нему пришел вызов вот с такого вот номера. Он его принимает. Соответственно, на экране вот здесь вы видите, появилось следующее соединение. Принимаем. И вот теперь два вот этих вот телефона между собой соединены. Ни один из них моим не является. Нажимаем «Завершить». Так. Можно посмотреть историю соединений. И вот здесь, соответственно, там будет количество денег, которые мы потратили. Вот если страница здесь, у нас здесь стоит $10.15. Нажимаем «Обновить». $10.11. Мы потратили 4 цента. Так, теперь еще один способ, как соединиться. Это можно сделать с помощью смс-ки. Соответственно, вам ее нужно будет оплатить. Итак, смс надо послать вот на этот вот номер. Так, теперь вводим, с кем мы хотим соединиться. +7 913 944 63 11. Значит, вот эта технология, это просто, так сказать, беда для сотовых компаний. Потому что для вас звонок будет входящий, бесплатный от них. А звонок будет идти со стороны сервера. Соответственно, оплата будет взиматься с вас с той стороны, а там она существенно ниже. Итак, номер мы набрали, это любой номер в мире, и нажимаем «Отправить». Так, вот этот аппарат с этим номером. Вот с этого номера приходит вызов, это все делается автоматически. Нажимаем «Ответить». Теперь, соответственно, тут же вызов идет со стороны сервера на ваш телефон. Нажимаем «Прием». Все, два телефона соединены. Ну, значит, что у нас получается? Мы в этой ситуации заплатили за смс-ку, мы заплатили за местный вызов здесь 2 рубля 70 копеек, и здесь 2 рубля 70 копеек в минуту. Это по России, в мире будет дешевле, чем у нас. И, соответственно, тарификация у нас идет секундная. Нажимаем «Разорвать». Ну, еще последних два слова. В СИП-нет-телефонии не берутся деньги за соединение. Вот, допустим, если вы звоните по скайпу, несмотря на то, что там вроде как внешние тарифы, выглядит тоже симпатично, но 10 центов только за соединение – это очень дорого. Вот в sipnet.ru компании никакой платы за соединение нет. Спасибо за внимание.